В Армавирской школе номер 18 открылся корпус начальных классов на 150 мест. Он расположен в бывшем здании учебно-производственного комбината. Его капитально отремонтировали в рамках госпрограммы развития образования. Поздравить ребят с новосельем приехал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Он подчеркнул, что в крае уделяется особое внимание развитию образования. Я думаю, что вот те ребята, которые будут здесь учиться, они получат действительно новый качественный уровень образования. И это, конечно, не единственный проект, который реализуется и в Армавире, и в целом в Краснодарском крае за прошедшие 5 лет в целом по краю было построено более 50 школ. На ближайшую пятилетку еще более амбициозная задача. Практически 100 школ построить в целом по краю у нас стоит. В новый корпус переедут 6 начальных классов, которые до этого занимались в основном здании школы. Это позволит создать дополнительные учебные места и ликвидировать вторую смену. Дети будут учиться в современных условиях. В здании сделан не только качественный капремонт, но и установлено оборудование в соответствии с новейшими требованиями. В городе Армавире очень много делается при поддержке нашего губернатора, при поддержке федеральных программ, федерального руководства. И в этом году мы будем открывать еще одну новую современную школу. Она уже построена, сейчас проходят процедуры лицензирования, новая современная школа. Но хочу сказать, что школа, где мы сейчас находимся, начальная школа, она тоже современная. И я хочу сказать, она не хуже. Она такая же и по качеству работы, такая же по оснащению оборудованием, только начальная школа для наших деток. В новом корпусе будут применяться цифровые методы обучения. Для этого каждому ребенку выдадут личный планшет. В учебных кабинетах есть игровые зоны, где дети смогут отдохнуть во время перемен. В кабинете для внеурочных занятий школьники будут изучать робототехнику, заниматься творчеством. Есть спортивный зал, зал для ритмики и даже собственная столовая. Директор школы Михаил Татаренко сказал, что в таких условиях ребятишки будут учиться только на хорошо и отлично. Я хотел бы выразить от всего педагогического коллектива и от всех вас слова благодарности губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, вице-губернатору Игорю Петровичу Галась, главе города Андрею Юрьевичу Харченко за ту поддержку, за то внимание, которое они оказали 18-й школе. В новом корпусе все готово для начала работы, и уже в апреле здесь начнут заниматься первоклассники. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.